Не хлебом единым жив человек. В каждом из нас живет желание творить. Кто-то садится к мольберту, кто-то к роялю, а кто-то берет в руки микрофон. И каждый явит миру себя. Из этих ручейков творения растет широкая река народного творчества, душа народа, основа культуры. В нашем Ташлинском районе немало людей талантливых, активных, увлеченных своим творчеством. И сегодня вы познакомитесь с некоторыми из них. На сцене вокальный ансамбль «Кловер» Ташлинского районного дома культуры. Руководитель Елена Мизеленкова. Солнечный свет.